Здравствуйте, в эфире национального телевидения Чувашия, программа «По существу». Меня зовут Галина Титарчук, и мы продолжаем серию фестивальных встреч. В нашей студии сегодня актер, педагог, сценарист, режиссер, продюсер Александр Кузнецов. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Галина. Мне очень приятно, что вы меня пригласили на чувашское телевидение. Я второй раз в Чувашии и искренне рад оказаться в этом прекрасном городе Чебоксары и поучаствовать, прямо активно поучаствовать в кинофестивале, потому что я очень, естественно, уже 37 лет занимаюсь кино, не только как актер, режиссер, продюсер, но и театральный педагог, кинопедагог. Хочется о голливудских технологиях поговорить. Что это такое? Почему голливудские технологии? Раскройте секрет, где вы, что вы, с кем? Ну, вы знаете, мне так в жизни повезло, я считаю. В 91 году я снялся в двух американских больших телевизионный и художественный фильм. Первый – это «Аляска Кид». Это 13-серийный конечно, телевизионный сериал. Фильм, посвященный Джеку Лондону, основанный на его романе «Золотая лихорадка». Снимался этот телефильм 13 серий в Польше, Чехословакии, Германии и России. Полтора года. И второй фильм – это «Бегущий по льду». Это чисто американская, российская копродукция, с которой в результате я уехал в 91 году на озвучание, на досъемки в Лос-Анджелес, в Голливуд, где, сделав свою работу, озвучил картины и доснялся. И, в принципе, так получилось, что я остался, завис в Лос-Анджелесе практически на 18 лет, потому что вдруг начал получать предложения работы в американском кино, в Голливуде. Естественно, как нормальный актер, мне было очень интересно работать не только на русском языке, да, но и расширить свою географию, расширить свое понимание, что такое кино, искусство кино, а Голливуд об этом знает лучше всего. К сожалению, величайшему до сих пор все театральные вузы России они преподают актерское мастерство для театра, не обращая и не обучая студентов работе актера на съемочной площадке. Для меня это принципиальная, большая, огромная разница, потому что разные способы существования актера на сцене и на площадке, разные методы работы, разные понимания энергии, которые ты даешь, есть понимание общего, среднего, крупного плана, есть стопроцентное понимание, должно быть метки, разрывность, что в кино снимается сначала конец, потом середина, потом начало и так далее, и так далее. То есть очень много тонкостей. И я помню свое ощущение, когда я вышел, вернее, я еще был студентом театрального института имени Щукина. Худрук у меня был Татьяна Кирилловна Коптева и Владимир Владимирович Иванов. Большая-большая моя благодарность. Я помню свое первое попадание на съемочную площадку, и я чувствовал себя слепым котенком. Это было все только на интуиции, на каком-то шестом чувстве. Но сейчас, когда камеры и телекамеры уже находятся у каждого из нас в карманах, не обращать на это внимания и не давать студентам технологии работы на съемочной площадке, я считаю, это прям, ну, реально, если не преступление, то большой недочет. Недоработка. Недоработка, да? С точки зрения образования. Вот. И мне кажется, что в этом есть огромная ниша, которую я своими усилиями пытаюсь заполнить. В принципе, так получилось, что я начал преподавать актерское мастерство, еще будучи студентом театрального института имени Щукина. Я тут же набрал себе подобных, значит, и начал с ними работать. Вот. А потом продолжил это успешно достаточно в Лос-Анджелесе. Я организовал международную школу киноактера в Лос-Анджелесе. И у меня были студенты из Новой Зеландии, Австралии, из России, из Соединенных Штатов и так далее. И я собрал все самое лучшее, что было в системе Станиславского, которая, естественно, является базовым
знанием и умениями. И Станиславский – это общепринятый во всем мире мастер и основатель актерского мастерства в том виде, который мы имеем. Потом, естественно, Михаил Чехов. Тот человек, который подхватил вместе с Вахтанговым театральное образование, работу актера, в принципе, систему тренинга актера, и развил это, на мой взгляд, гораздо дальше. Вот. И Михаил Чехов в Лос-Анджелесе, кстати, у меня чудесная история, связанная по этому поводу. Я снимался в картине Клина Иствуда «Космические ковбои». И вдруг я читаю книгу Михаила Чехова, которая, естественно, на английском языке. И, как ни странно, первый том, двухтомник Михаила Чехова был выпущен в Америке. И я читаю эту книгу, и вдруг подходит Клин Иствуд и говорит: «Могу полистать?» И я наивно: «А вы знаете, кто это?» Он говорит: «Я знаю, да я учился у него, я стал актером благодаря Михаилу». И мы вдруг 20 минут посвятили тому, вообще все съемки остановились, посвятили тому, что такое Михаил Чехов и так далее. И для меня, я собрал, вот как бы в моей кухне, вдруг я собрал все самое лучшее, то, что я получил от советских мастеров кино, американских мастеров кино, да, и сплавил это в свой какой-то уникальный метод, я считаю. Мне кажется, что как бы для меня очень важно всегда было не просто передача знаний, как педагога, да, а именно эффективно, быстро, легко, четко, понятно, чтобы это прям в знания не просто попадали в голову, они попадали и в сердце, и в физику. И чтобы они работали. Они прям тут же начинают работать. Метод называется работать, метод, да. Кузнецова? Ну да, в какой-то степени, да. Это какая-то выжимка, это в книжках, это где-то на дисках. Ну, это есть у меня доступ? Колоссальное количество написанного уже. Я сейчас пишу книгу по этому поводу. Надеюсь, что, может быть, или в этом, или в следующем году я закончу. И зритель обязательно об этом узнает, увидит. И это будет хорошее пособие, как работать и на съемочной площадке. То есть студенты нашего Института культуры могут вполне в следующем году уже читать это как настольное пособие и исследовать этим руководством. Я думаю, что это будет очень полезно, на самом деле. Реально, это будет очень полезно с точки зрения понимания, что я делаю на съемочной площадке, как я делаю, и как прямо сейчас, ну, как бы, вот я провожу там десятки мастер-классов в месяц и в России, и за рубежом, и так далее. Это у меня география достаточно большая. Это и Белоруссия, и Казахстан, и Израиль, и Грузия, Армения вот сейчас был. Вот. Я считаю, что наши дети, опять же, благодаря тому, что у них камеры в кармане с мобильным телефоном, это не просто даже камера, это уже целиком от начала до конца съемочная киностудия, где ты можешь написать сценарий, можешь снять, можешь смонтировать и выложить это, дистрибьюция так называемая. В мое время это было просто нереально, это как будто слетать на Луну, да? А сейчас каждый подросток может снять свой фильм от начала до конца и выложить его, и получить, самое главное, миллионы откликов. Понимаете, какая сила в этом заложена? И вот вдруг в конце прошлого года мне пришла, я считаю, прям очень яркая мысль в Лос-Анджелесе и на Колорадо-Рива, так называемая, это штат Аризона. Мне пришла мысль, которую я сейчас запустил уже в мировое пространство и нашел большой отклик и среди населения, и среди наших СМИ. Это проект под названием Международный всемирный фестиваль, молодежный всемирный молодежный фестиваль мобильного кино. Очень было бы любопытно узнать, что это за фестиваль такой мобильного кино. Это ребята, молодые люди, видимо, да, которые снимают на свои мобильные телефоны по своим сюжетам, да. Соревнуются в чем? В качестве, в сценарии, в идее? Соревнуются в том, что, мне кажется, формат, как бы самый интересный формат, который я вдруг увидел, это видеопосылка, видеообращение, видеопослание. Угу. В котором я говорю, кто я такой и к кому я обращаюсь. В этом есть точное понимание меня сегодняшнего. Я студент, я ученик, я сын моей мамы и папы, я гражданин
Чувашской республики. Какие темы выбирают молодые люди для своих, вы знаете, сюжетов? Да, я подумал, что самое интересное, наверное, в этом, это то, что, во-первых, прежде всего, у каждого сейчас ребенка, подростка, студента и так далее, уже есть своя мобильная киностудия, которая дает возможность не только написать сценарий, снять кино, его смонтировать, но и выложить, доложить его до аудитории. То есть потенциально каждый фильм может быть увиденным миллионами зрителей. И мне кажется, это невероятная сейчас сила, возможность, потенциальная энергия. Дети так или иначе сидят уже в этом. Наша задача, как взрослых и педагога, меня лично, я вижу в этом мою миссию. Дать им возможность, дать им инструменты, дать им платформу и дать им тему. Как бы тема для меня сейчас самое интересное, то, что я как бы прорабатывал, что мы можем снимать. И это, в принципе, возникло само собой, потому что я, находясь в Лос-Анджелесе, был приглашен на несколько очень крупных съездов, мероприятий, общественных каких-то собраний и так далее. Как и Общественный совет России, как крупнейшие съезды. Я как педагог, я преподаю актерское мастерство в бизнесе, в бизнес-коммуникациях. Такая интересная очень тема. Да, и очень востребованная. Так вот, я находясь в Лос-Анджелесе, я записал несколько фильмов, которые по формату это видеообращение, видеопослание. Я вдруг понял, что это колоссальный совершенно очень интересный формат, потому что во время послания ты должен сказать, кто ты, откуда ты, что ты, как ты, в принципе, я студент, я сын моих родителей, я гражданин России, или я переживаю вот за этот район, в котором я живу. Да? То есть всегда есть идентификация. Кто я в данный момент? Эмоциональная, логическая, интеллектуальная идентификация. И что я посылаю? Действия, к которым я призываю. И в этом формате послания, видеообращение, видеописьмо, я увидел вдруг невероятный потенциал. И я считаю, что как раз вот этот фестиваль, который будет проходить, финал его будет проходить в Лос-Анджелесе, в Голливуде. Вот. Мы уже имеем спонсоров, которые готовы вывести человек 15-20 победителей. Мы проведем награждение со звездами американского кино и российского кино и так далее. То есть, в принципе, сейчас уже участвуют Россия, Америка, Казахстан, Белоруссия и Армения и так далее. То есть это реально уже достаточно серьезная масса людей, аудитории. И я вижу в этом огромнейший потенциал, потому что дать возможность нашим детям, нашим подросткам быть увиденными, услышанными, понятыми, собрать эту энергию людей, которые завтра через там 5-10 лет начнут реально вершить судьбу страны. То есть, это самовыражение молодежи таким образом. Это самовыражение, да? Молодежи, это объединение голоса молодежи в том или ином направлении. Допустим, вот как бы интересная тема, которая, я думаю, будет запущена одна из первых. Это мой род. Угу. Кто я? То есть все-таки направление по темам есть? Есть, да, будет, да. Угу. Мне кажется, это просто интересно, будет легче. Угу. Когда дети вдруг возьмут и осознают, что они пришли откуда-то. У них есть мама, папа, дедушки, бабушки, угу, которые дали им все возможное для того, чтобы они сейчас счастливо существовали. И отдать понимание тому, что происходит. Угу. Откуда они пришли? Ради чего они пришли на эту землю? То есть в этом есть какое-то осознание. Знание, кто я, что я делаю, почему я это делаю и что я хочу в результате. То есть это как раз дает ту самую энергию, которая будет развиваться в будущем. Второе, что я хочу, например, сделать для своего сообщества. Для того, в котором я живу, или да, для мира в целом? Это свободная тема, рамок да. Нет. Да, рамок нет никаких. Мне кажется, это тоже очень интересная тема. И, в принципе, я увидел это на церемонии бар-мицва, когда еврейский мальчик 13 лет проходит церемонию бар-мицва. Он говорит, что я такой-то, такой-то, я родился там-то, там-то, моя мама то-то, 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 мой папа то-то, 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 дедушки, бабушки. То есть он осознает, что он часть семьи.
семьи прежде всего, потому что, естественно, первое сообщество, в котором мы рождаемся и начинаем взаимодействовать, это твоя семья. Но твоя семья, естественно, расширяется, потому что у семьи есть друзья, у друзей есть коллеги, у коллег есть еще как бы... И это вдруг сообщество, которое так или иначе связано или территорией, на которой ты живешь, или твоей национальностью, да, или твоим языком, на котором ты говоришь, или то, что ты веришь, грубо говоря, тоже объединяет. И вот я недавно, значит, график у меня очень интересный, я за эти полгода уже 2 раза побывал в США, в Лос-Анджелесе, я провел 2 недели в Армении, где снимался в чудесном, интереснейшем проекте под названием «Танец с саблями». Это фильм, я так думаю, режиссера, которого чувашская аудитория уже знает и любит. Это Юсуп Разыков. Знакомый нам фильм, режиссер. Фильм, да. Которого сейчас на фестивале «Турецкое седло». Потрясающий, невероятного таланта человеческого, какого-то мудрости, понимания и видение и культуры какой-то внутренней. Человек, режиссер, вот он написал сценарий «Танец с саблями», посвященный Араму Ильичу Хачатуряну. Это та самая, как бы, самая известная часть балета ГНЭ, «Танец с саблями», всемирно известная музыка. Это, наверное, сейчас в голове уже звучит. Да, да, да. Вот. И я играю персонажа, представитель управления по культуре Ленсовета, который приезжает в Пермь, где во время войны Хачатурян вместе с театром выпускает премьеру ГНЭ и вынуждает Хачатуряна написать эту музыку. Как такая интересно. У меня миссия, да. И после этого я вдруг оказался на Алтае. На Алтае я оказался, слава богу, не просто так, как турист, а именно как кинематографист, что для меня было невероятным счастьем. Я все время думал, как я попаду на Алтай. Можно поехать просто, взять путевку и поехать. Но вдруг я попадаю туда с точки зрения кино. Я как педагог провел там несколько мастер-классов в рамках «Киномая». Это такой фестиваль, детский фестиваль кино, где дети участвуют в съемках серьезных таких телевизионных проектов. Они уже сняли 6 фильмов под названием «Легенды Алтая», что я, конечно, очень советую чувашской аудитории и киноиндустрии попробовать тоже собрать какие-то легенды чувашии и попробовать туда детей вовлечь. Мне кажется, это будет очень интересно. Мы можем обменяться по этому поводу опытом. Вот. С удовольствием. И я провел там несколько мастер-классов, посвященным как раз работе актера на съемочной площадке для детей. А было человек около 60 детей, то есть это было достаточно интересное. Да. Большая аудитория. Большая аудитория. И вот утром я им дал задание снять мобильные фильмы, видеопослания, и к 5 часам вечера мы получили 7 замечательных картин. Я сам был просто невероятно потрясен от того качества, которое мы получили. Дети уже владеют этим настолько легко, настолько быстро, настолько эффективно. Они вот эти вот как бы мобильные, монтажные, съемочные процессы, для них уже прям это вообще как... То есть их можно не учить, а просто направлять, задавать движения, они... Да. И я вижу в этом колоссальный потенциал. Во-первых, детям будет интересно создавать что-то. Не просто болтаться и играть в компьютерные игры, да, это здорово, но когда они создают что-то, творчество всегда объединяет, это дает колоссальный энергетический порыв, это позитивная энергия, которая оформляется в виде фильма, который изучает, кто твоя семья, да, кто твое сообщество, что я хочу сказать президенту, что я хочу сказать моей родине, и так далее. Я вижу в этом невероятный совершенно объем голосов, которые объединятся. Я вижу в этом 100 000 фильмов, которые мы возьмем, объединим, создадим видеоканалы всего этого дела. Тем более, как бы, мне кажется, что интересная, конечно, это международность всего этого дела, то, что Лос-Анджелес, то, что Голливуд. Это... Вот я проработал в Голливуде 18 лет.
как профессиональный актер и немножечко продюсер. Я понимаю, что конкурировать с ними бессмысленно. С точки зрения технологий, с точки зрения денег, которые оборачиваются в этом бизнесе. Это бизнес, это индустрия. И меня поражает то, что они в этом преуспели. Они взяли и сделали деньги из воздуха. Понимаете? Они просто берут свою фантазию, истории, их немножечко тыр-тыр-тыр-тыр-тыр обрабатывают, снимают и зарабатывают на этом миллиарды долларов. Мне это здорово, мне это интересно. Я хочу у них поучиться. У нас пока с этим слабовато. Мы не умеем рассказывать те истории, которые интересны мировому зрителю. Мы не умеем, как бы у нас нет героев, которые интересны мировому зрителю. Именно поэтому русскоговорящее кино смотрит только практически русскоговорящий мир. В лучшем случае. И то, в общем, у нас, сами знаете, фильмы выходят, снимаются фильмы, попадают, может быть, в лучшем случае на телевидении, но в кинотеатре увидеть русский фильм – это практически очень редкое явление. Я вижу, что мы можем поправить это за счет телевидения, за счет интернет-каналов. Мы опять создадим за счет этого потока, колоссального потока видеоконтента, назовем это так, создадим как бы совершенно другое пространство героев, историй, которые мы рассказываем. Мы привлечем к этому мировое сообщество. Потому что вот я прожил в Америке 18 лет. Колоссальная русскоговорящая аудитория, аудитория в Америке. Несколько миллионов человек. Такое же и в Австралии, и в Германии, и в Польше, и так далее. То есть русскоговорящих людей очень много. Это огромная аудитория, которая внимательно следит за тем, что происходит в России. Одно дело, они получают официальную информацию, которая идет по официальным каналам. А мы знаем, что там, как бы, естественно, много разногласий. И впечатление от России тоже очень сложное, потому что одни говорят одно, другое другое. И тут как бы сложно выбрать то, что действительно правда. Вот. И складывается порой искаженное впечатление России за рубежом. А здесь мы создаем прям вот искреннее, честное, детское, прям вот этот посыл, который сегодня дети, завтра подростки, а послезавтра они лидеры страны и мира. Я вижу в этом огромный посыл, в этом прям потенциал, который прям даст детям, во-первых, занятия, во-вторых, творчество, а третье – видение, куда они хотят попасть. Ну, я думаю, что немаловажно, что их могут услышать, и 100% услышат. И увидят и услышат, да, и мы знать, наградим лучших и привлечем к этому внимание. У нас уже есть интерес крупнейших телеканалов, таких серьезных телеканалов. К слову, о наградах. Как судить такие работы? Это же, мне кажется, невероятно сложно. Ну, у нас сложно, будет жюри, международное жюри. Вот, мы соберем... Все-таки какие критерии, на кого вы будете ставить? На персонажа? Наш, на сценарий, на картинку, что? Я думаю, мы посмотрим. Как бы картинка, понятно, что вот я сейчас говорю, мы поснимали уже несколько фильмов на мобильный телефон, и то, что я вижу, ну, как бы осознание того, что в 17-м году известнейший, всемирно известный режиссер и продюсер Стивен Содерберг снял первый фильм в истории человечества, полнометражный фильм, снятый на iPhone 7. Вот так вот. Я вижу в этом колоссальный совершенно прорыв. Вижу в этом, и я как человек, который уже 37 лет занимаюсь кино, да, я помню эти камеры, которые... Конечно, все вот это вот, да, вот такого размера камера, да, стоит. Потом это все уменьшалось, уменьшалось. Потом раз, перешли наконец-то на цифровые камеры. Я помню весь эти дебаты и скандалы, что да, ну, цифровая технология никогда, ни при каких обстоятельствах. И вдруг раз, все это пум-пум-пум. А сейчас мобильный телефон снимает на то качество, которое может быть выложено на огромные экраны. И без потери качества.
творчество, да. Да, без потери. Мне вот сейчас очень повезло, я продолжаю свои актерские тренинги как для актеров, так и бизнесменов. У меня сейчас в Москве большая достаточно серия тренингов, посвященная личностному бренду, посвященному публичному выступлению и коммерческой презентации, посвященные интервью на телевидение или на видеокамеру. Мне кажется, опять же, сейчас, когда мы попадаем в любую аудиторию, мы стопроцентно, как бы за нами не только наблюдают, но нас большой вариант снимают. И если вы, входя в аудиторию, видите какую-то камеру, надо то стопроцентно понимать, что это ваше окно в мир. Спасибо большое. Очень у нас с вами интересная, насыщенная беседа получилась. Спасибо еще раз, что нашли время, заглянули к нам на национальное телевидение. Я желаю зрителям национального телевидения Чувашии прежде всего получать из телевидения позитивные, положительные эмоции. Эмоции – это самое главное, что мы должны получать, потому что знания ложатся только на платформу эмоций. Если знания ложатся на платформу негативных эмоций, они никогда не усваиваются. Да? Нам гораздо приятнее общаться с человеком, который дает нам сначала сердечность беседы, а потом мы уже воспринимаем это интеллектуально. Поэтому я желаю вам хорошего настроения всегда и во всем. Мой творческий и человеческий совет, к которому я пришел уже давно: ничто во внешнем мире не может повлиять на ваше внутреннее состояние гармонии, баланса и благодарности миру за то, что вы живете на этом белом свете и дышите этим воздухом. Спасибо большое.